В рамках конкурсной программы театрального фестиваля «Атомград» еще два коллектива представили свои работы. Дмитровградский драматический театр имени Островского и Новоуральский театр кукол. Вечером в понедельник состоялся показ комедии «Банкрот», а юные зрители посмотрели спектакль «Северная сказка». Я желаю удачи фестивалю и очень хочется верить, что это не первый и последний проба, так скажем, а станет традицией. Да, по крайней мере, мы хотим помогать этому фестивалю, потому что это действительно здорово.